Учебный год уже в разгаре, но сегодня для педагогов снова цветы, песни и благодарности. Сегодня в Чувашии отметили один из самых важных октябрьских праздников – День учителя. Необыкновенным учителем. И вам необходимо быть лучшим человеком на Земле. Представители лучшей из профессий, без которой не было бы и других, отмечают сегодня свой праздник. В адрес работников сферы образования звучали самые теплые слова. Этот праздник хотелось бы пожелать всем своим коллегам, учителям благополучия, удовлетворения от работы, успехов, успешного внедрения новых федеральных образовательных стандартов. Хотелось бы, чтобы работа им приносила удовлетворение, чтобы они с чувством удовлетворения шли на работу и с радостью возвращались домой. Удачи, педагогической удачи и педагогического и личного счастья. Я думаю, этот праздник самый замечательный праздник в мире, потому что это праздник День Учителя, потому что без учителя жизнь на Земле, конечно же, будет невозможна, потому что именно учитель дает первые знания человеку, наставляет его на жизненный путь и, конечно же, от учителя зависит все дальнейшее развитие общества. Образование – бесспорно важнейшая сфера, и это признается на всех уровнях. В проекте бюджета на 2015 год статья «Образование» составляет более 30% расходной части консолидированного бюджета Чувашии. Выступил перед учителями глава республики. Михаил Игнатьев поздравил всех педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул, что Чувашии есть чем гордиться. 10 педагогов в республике стали победителями всероссийского конкурса учителей на получение премии президента Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей. Список 500 лучших школ России 2014 вошли 6 общеобразовательных школ. Также глава республики пожелал педагогам достойных учеников, которые впоследствии превзойдут своих учителей. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.